Еще одного артиста, которого вы наверняка узнаете по голосу, Олега Анофриева. Олег Анофриев – самый первый исполнитель песенки для передачи «Спокойной ночи, малыши». Добрый вечер, мальчики и девочки. Добрый вечер, папа и мамы. Когда приходят на день рождения, первые, что говорят юбиляру – с днем рождения! Поздравляем вас, дорогие юбиляры! Я и хочу сказать вместе с вами, всем присутствующим на сцене, создателям передачи, и стоящим за камерой, и сидящим там, за ширмой, давайте-ка вместе с вами все скажем им «Поздравляем с днем рождения!» Итак, поздравляем с днем рождения! А я от вашего имени поцелую всех дикторов. Ой, не целовал? Знаете что, я думаю, что, наверное, ничего нового петь я не буду. Я спою вам ту же «Спокойной ночи, малыши». Может быть, вместе с вами, но только совсем с другой задачей. Чтобы вы не заснули, а чтобы вам было весело. Да, договорились? Я подойду сейчас к роялю и спою. Давайте. Давайте, нашу любимую. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяла и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай.